новом учебном году студенты Казанского федерального университета смогут стать обладателями специальной стипендии от электронного издания «Бизнес онлайн». Подобного рода программы в КФУ – обычная практика. Однако до настоящего момента медианаправления они никак не касались. Стипендия будет носить имя легендарной журналистки, выпускницы Казанского университета Елены Чернобровкиной. Помимо денежного вознаграждения, лучшим студентам может быть предложена продолжительная стажировка и последующее трудоустройство в газете «Бизнес онлайн». Размер стипендии у нас 10 тысяч в месяц. Плюс две стипендии еще будут по 5 тысяч. Я думаю, что это вполне достойный уровень. Специальная стипендия будет вручаться лучшему студенту, прошедшему трехэтапный отбор, и выплачивается в течение учебного года равными долями с сентября по май включительно. Предполагается, что стипендиальная программа приобретет статус ежегодной. Маргарита Михайлова, Универньюз.